Могилевщина до посевной кампании подрихтована. До такой высновы пришли удельники областного семинара, який прошел в Осиповском районе. На им собрались аграры из усей области. Пляцовкой проведения семинара стал филиал Белшина Агро. Подробязности в наступном сюжете. На мех дворы Белшины Агро без конца рух. Техника до посевной подрихтована, хоть зараз на палетке. Техника уже полностью готова. Поле, как говорится, в бой. Ну и народ соскучился по полевым работам. В этом сезоне на палетке Белшины Агро выйдут 26 одинок техники. Будем проводить посев ранних яровых на 970 гектар. Планируем завершить эту работу в сжатые сроки в течение 8 календарных дней. У вугле больше 90% техники сельских господарок Могилевской области готова до посевной кампании. Застались особные работы по наладце. Если по пятибалльной системе, то хорошо подготовлена техника Могилевской области. Однако техника – это только частка подрыхтовки сельских господарок до посевной. Отдельные районы приступили к весной вспашке, к внесению калийных удобрений, к подсеву трав. Семенным материалом обеспечены по яровым зерновым, зерновобовым культурам в целом по области на 111%. Могилевские аграры массово почнут сеу, как только дозволит надворье. Им треба звернуть увагу на важные моменты. Качество подготовки почвы – первое. Дальше, значит, провести в сжатые сроки минимум 10 дней, а лучше за 5 дней мобилизовать все силы, провести закрытие влаги. Это будет основа уже из отдел будущего хорошего урожая. Ирина Бардиловская, Юра Власцов, новини регион.